Борьба за море стала традиционной. Уже в четвертый раз стартовала благотворительная акция для воспитанников детских домов и коррекционных школ области «Подари детям море». В этом году за главный приз в два этапа борются 7 команд из Иваново, Шуи, Фурманово, села Чернцы. Тема спартакиады связана с грядущей Олимпиадой. Игры проходят под девизом «Сделай шаг к вершинам Сочи». Особенностью сегодняшней спартакиады является то, что у нас участвуют две возрастные категории. Если раньше была одна возрастная категория, то в этот раз две. Первая возрастная категория – это дети от 11 до 14 лет, и вторая возрастная категория – дети от 7 до 9 лет. И на море поедут, соответственно, победители и той, и другой возрастной категории. В декабре на море поедут 11 человек, 8 более старших детей и 3 малышей. Чтобы получить путевку, нужно удивить членов жюри. В первом этапе акцент на творческой составляющей. Команды должны громогласно заявить о себе, показать слаженную работу и желание победить. Здесь мастерство спортивное имеет наименьшее значение. Не так, как у профессиональных спортсменов или тех, кто занимается в спортивных школах. Здесь коллективизм решает все. Судьи говорят, что в этих соревнованиях раскрывается личность ребят. Каждое выступление прорабатывается неделями. Наш девиз «Шорт-трек – это я, шорт-трек – это мы, шорт-трек – это лучшие люди страны». На протяжении 2 недель мы очень старались, тренировались, пытались стремиться к лучшему, и настал этот конкурс, и мы выступили. Хотя тема состязания этого года – Олимпиада-2014, ребят по итогу ждет вовсе не солнечное Сочинское море, а не патриотичный, но гораздо более экономичный отдых в Турции или Египте. Мария Смирнова, Олег Милехин, РТВ Иваново.